И последний праздник экстремального спорта для детей из детского дома. Теплый летний день для воспитанников Берегини ознаменовался выездом на природу с Федерацией автомотоспорта Республики. Дети познакомились с полигоном, где проходят гонки, помогли очистить его от мусора, а взамен попробовали себя в гонках на карах багги. Подробнее в материале с Аргаланой Захаровой. В жаркий день лучшее занятие – прокатиться с ветерком по полям и горам, вдохнуть полной грудью свежий лесной воздух и успеть насладиться каждым днем нашего короткого якутского лета. Но не у каждого есть такая возможность. Для воспитанников детского дома «Берегиня» это редкие, но тем более ценные моменты летних каникул. С головы до ног в пыли, но со счастливыми лицами они не хотят покидать машины багги. Очень все понравилось. Экстрим. А до этого каталась когда-нибудь? Нет. Захотелось учиться кататься на транспорте. А что больше всего нравится, когда ты катаешься? Какое чувство? Ну, скорость. И смотрю, как рулит. Организаторы и инициаторы отдыха – Федерация автомотоспорта Республики. Алексей Сидоров сам воспитывает приемного ребенка и входит в Ассоциацию приемных семей Якутии. Мы привлекли, получается, детей для того, чтобы познакомить их, показать, чем занимается федерация, скажем так, проведение соревнований, мероприятий изнутри. То есть они были на полигоне, мы там собирали инвентарь, веточки, потом мусор, веревочки там собирали, все. И потом после этого мы устроили вот катание на УТВ. Они проехались по трассе, посмотрели. В общем-то, им всем все понравилось. В планах продолжить сотрудничество с детским домом «Берегиня» и другими социальными учреждениями, организовать спортивно-технические клубы, чтобы дать возможность детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заняться любимым делом. Саргалана Захарова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.